Вы можете представить себе изделие, в котором вы сможете приготовить пищу, подать к столу, взять с собой, заморозить, а затем разогреть. И все это в одном изделии. Это из области фантастики, подумаете вы. А мы вам скажем, что это возможно с изделиями новой коллекции из стекла Premium Glass. Данная коллекция станет лучшим решением в вопросе правильного длительного хранения ваших продуктов. Более того, вы сможете готовить в изделиях коллекции Premium Glass в духовом шкафу, замораживать в морозильной камере и разогревать в микроволновой печи. Давайте же познакомимся с преимуществами этих новинок. Данная коллекция изготовлена из 100% боросиликатного стекла. Это надежный материал, который намного легче и прочнее закаленного стекла. Изделие состоит из прозрачного стеклянного основания и полупрозрачной крышки, что позволяет легко определить содержимое каждого контейнера. Согласитесь, это очень удобно, ведь мы тратим меньше времени на поиски нужного нам блюда. Кроме того, при сервировке блюдо смотрится очень аппетитно. Материал контейнеров устойчив к возникновению царапин и перепадам температур, в отличие от закаленного стекла, и не впитывает запахи. Для плотного закрытия контейнеров прижмите крышку и защелкните клипсы по очереди, сначала маленькие, а затем большие. Крышка контейнера имеет съемный силиконовый обод, который обеспечивает плотное прилегание крышки к основанию и надежно защелкивается благодаря четырем клипсам. Обратите внимание на прямоугольную форму контейнеров с плавно закругленными краями и плоскую крышку. Это самый подходящий дизайн контейнеров для хранения в холодильнике. Для компактного хранения изделий поместите контейнеры друг в друга. Это сэкономит место. Многофункциональность изделий коллекции Premium Glass удивительна. В основании, без крышки, вы можете запекать блюдо в духовом шкафу или готовить и разогревать блюдо в микроволновой печи. Еще раз обращаем ваше внимание, что готовим мы в основании без крышки. И, конечно, главным преимуществом можно считать подачу блюд из духового шкафа и микроволновой печи сразу на стол. Также стоит отметить, что данный материал выдерживает перепады температур от минус 20 до плюс 300 градусов. Это значит, что заранее приготовленное и замороженное блюдо можно сразу же разогревать. После того, как вы достали контейнер из морозильной камеры, дайте постоять 1-2 минуты, а затем поставьте микроволновую печь без крышки. Благодаря компактным и вместительным размерам контейнеров вы сможете приготовить в духовом шкафу сразу два блюда одновременно. Например, сытное и сладкое. Два контейнера встают на одну решетку. Обращаем ваше внимание на следующие рекомендации по уходу за изделиями. Обязательно перед первым использованием тщательно промойте изделие. Особое внимание уделите крышке и силиконовому ободу. Мы рекомендуем мыть изделие вручную, мягкой губкой, без использования абразивных веществ. Для удаления пятен и остатков пищи замочите контейнеры в теплой мыльной воде. Изделие подходит для использования в посудомоечной машине при деликатном режиме. Всегда оставляйте достаточно пространства между изделиями во время мытья. Контейнеры не подходят для использования на варочных поверхностях и в режиме гриль. Обязательно используйте варежки-прихватки, когда достаете контейнеры из микроволновой печи и духового шкафа. После того, как вы достали контейнеры из морозильной камеры или холодильного шкафа, снимите крышку и дайте постоять 1-2 минуты перед тем, как поставить на разогревание или приготовление. Заполнять контейнеры нужно не более чем на 2/3. Это особенно важно при использовании в морозильной камере. Перевозить контейнеры мы рекомендуем только в прямом положении, не переворачивая, во избежание протекания. С новой коллекцией стеклянных изделий от Tapove Premium Glass воплощайте в жизнь свои любимые рецепты и пробуйте приготовить что-то новое. А мы продемонстрируем вам интересные простые рецепты.
Запекай, храни, разогревай, сервируй. И все это в стильных изделиях коллекции «Премиум Глаз».